Я Волков Андрей Алексеевич, родился в городе Луганске. В городе Луганске отработал в органах милиции, откуда ушел на пенсию в 2010 году. Ну, о преступлениях, которые кто-то мог совершать в отношении граждан, ну, как республики, так и граждан Украины, так и иных граждан. Единственное, могу негативно охарактеризовать, это ранее батальон милиции «Торнадо». Так как руководителем там назначили лицо, имеющие две судимости за тяжкие преступления. Позже была информация о том, что они, скажем так, совершают преступления как в отношении гражданских лиц, так и в отношении тех же военнослужащих. Занимались вымогательством средств гражданских лиц, похищали людей с целью выкупа и так далее. Ну, слава богу, потом полиция Украины поняла, что у них в системе находится преступная группа. Основные лица, которые причастны были задержаны, сейчас все ожидают они там суда, еще суда не было, насколько мне известно. Ну, это, ну, только может негативно характеризовать, как тех людей, которых взяли на службу в ряды органов милиции, ну, так как непосредственно тех, кто совершали эти преступления, находясь в тех подразделениях.